Всем привет, с вами Сан69 Full, это прохождение игры Dragon Age начало. Вот, я тут один человек просил показать ему баф, сейчас покажу. То есть, что над головой летает за хуйня. Сейчас покажу, это вот этот тот баф. Вот он. Исчез, когда я его активирую. Ну, это он типа, знаешь, призывает маленький огонек, который дает небольшой бонус магической силе, но пока это действует способность. Пока действует эта способность. Вот, вызвали такую фигню. Бежим в локу. Так. Нам надо идти в лотеринг. По пути мы встретились с какими-то бандосами, которые нам забили стрелку. Очередная застава. Слушаем. Я рассчитываю, что каждый из вас найдет нам людей. Нужно восстановить потерянное при Астагаре. И быстро! Многие готовы сыграть на нашей слабости. Позволь мы им это. Мы должны отразить нашествие порождений тьмы, но действовать благоразумно и без колебаний. Милорд, разрешите? Вы объявили себя регентом при королеве Анори и утверждаете, что мы должны объединиться ради нашего же блага. Но как быть с армией, потерянной при Астагаре? Ваш приказ отвести войска был неожиданным. Все, что я совершил, было сделано во имя независимости Ферелдена. Я верно служу трону, и вы должны поступать так же. Панны не станут вам кланяться только потому, что вы этого требуете. Я никому не позволю угрожать нашему народу. Ни вам, никому другому. Ван Деген, прошу вас. Миледи. Он рискует начать гражданскую войну. Если бы Эамон был здесь. Ван Деген, мой отец поступает так, как должно. Но сделал ли он все, что должно для спасения вашего супруга? Так, заставка кончилась, и мы вот идем по дорожке. Видим собачку нашу. И кучку порождений тьмы. Скоро нам хотят отрезать горло, перерезать. Ну, сейчас мы посмотрим, как у них на это получится. Так, сразу бафаем 3. Сразу. Так, он кровиком взорвался. Вот с Морриганом все пойдет в 3 раза быстрее. А какие-то хилики эти мобы, если честно. Убив мужиков, к нам подходит наша собачка. Он шумно дышит и радостно махает хвостом. Так, малыш, тебя порождение тьмы не ранили? Он выбрал тебя. Мабари, они такие. Это называется запечатление. Значит, эта косматая зверюга теперь пойдет с нами? Восхитительно. Он не косматый. Я всегда так мечтал о такой собаке. Может быть, это и предчертано, то есть. Так, нам просят вести имя собачки. Ну, ведем. XXX. О, Турбоглад. Нет, да не надо больше. Так, Турбоглад. Ладно, XXX.
Кто такой Турбоглад? Да это один чел в линейке. Такой вот. Глад Валакс его все зовут. У меня он на странице есть. Делает, ну, про Ла 2. Охрененный чел. Так, идем дальше. О, Алистер повысил ап. То есть апнул левел. Ему качаем одну силу и два телосложения, чтобы он был крутой, короче, он был. Так, так, так. Что же ему прокачать? Персонаж научился устанавливать щит в бою, штраф к атаке во время проникновения с прожимом, щитовая оборона больше не действует. Ну пусть так, так и будет. Идем дальше. Идем, идем, идем. И вот мы подходим к лотерингу. Все вот эти вот значки на карте, на них можно, в них можно путешествовать. То есть это город, это вот башня, ну так далее. Потом все узнаем по пути. Одно плохо, мы больше не сможем вернуться в те земли, в которых мы были. Итак, кажется, все загрузилось. Мы идем по мостику, нас встречают пандосы. Подъем, господа! К нам идут новые клиенты, и ведет их, похоже, вон тот парень. Как-то они не очень похожи на остальных. Может, просто дадим им пройти? Чепуха! Привет вам, путники! Разбойники. Должно быть, грабят тех, кто бежит от порождения тьмы. У них хватило глупости преградить нам путь. Я предлагаю проучить их. Да разве так здороваются вежливые люди? Всего 10 серебряных монет и ступайте своей дорогой. Что я тебе говорил? У них нет ни одного фургона, и этот вдобавок вооружен. Дорожную пошлину платят все, Ханрик. Вот почему это дорожная пошлина, а не, скажем, налог на беженцев. Да, точно. Даже если ты не беженец, все равно плати. Чем я буду вам платить? Не скажу, чтобы такие речи пришлись мне по душе. У нас тут, знаешь ли, свои правила. Хорошо. Значит, нам придется обыскать твой труп. Таковы правила. Он сказал, серый страж из тех, что убили короля. Я слыхал, что они предали Ферлден. Тейрн Лагейн назначил за голову каждого стража солидную награду. Но ведь серые стражи, говорят, хорошие бойцы. То есть просто зверски дерутся. Уж если они смогли убить короля. Ты прав. Послушай, забудем о пошлине. Иди своей дорогой и убивай себе королей с порождениями тьмы, сколько хочешь. Так, так, сейчас мы... Да неужели? Командир... Они просто зверские бойцы. Не забывай. Ну, ладно. 20 серебряных монет пойдет. Это все, что мы собрали сегодня. А ведь мы уже все уладили. Теперь их киляем, типа. Так, надо отойти. Идите в жопу. Главное завалить главаря бандитов. Вот. Хорошо, хорошо, остаемся. Мы же просто пытаемся свести концы с концами, пока порождение тьмы всех нас не изничтожили. Ну да, конечно. Мы были недостаточно осмотрительны, извини. Да, да, конечно. Деньги, которые мы собрали вот здесь. Чуть больше сотни серебряных монет. Остальное в сундуках, которые мы принесли. Клянусь жизнью. Так нет же никаких властей. Только храмовники, а они меня казнят. Тогда у нас есть много. Тебя, создатель. Ну ее, эту деревню, к порождениям тьмы. Так, то есть мы получили один золотой 50 серебряных и
На этом моя часть прохождения заканчивается. Встретимся в следующем. С вами был Санч 69. 69 фул. До свидания.